Гигантский вездеход, чтобы проехать туда, куда нам надо. Вот как они здесь ездят, я не понимаю. А, слушай, правда. Гастроприключения продолжаются. Вот она, красавица. Ну хорошо, моря у вас под рукой нет. Но шторы-то, тюль у вас ведь точно есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Готово! Икорки захотелось красной тебе, да, Леша? Это программа о любви. О любви к жизни. Диктор делает. Мы на лодке, но это еще не конец. Будем снова менять лошадей. Дальше пойдут квадроциклы, чтобы добраться до того самого места. Говорят, если остаться на ночь, то придет медведь. Его можно даже подснять. Это правда? Да-да-да. Приходит каждую ночь. Ребят, мушкара. Смотрите, на чем мы поедем дальше. Это вот такие вот колеса. Вот такое вот все. Гигантский вездеход, чтобы проехать туда, куда нам надо. Ребят, ну все началось. Смотрите. На, левый. Сейчас. Прокладывается маршрут. Дороги нет. Пока дорога правда есть. А справа море, да? Это залив счастья называется. Ребят, залив счастья по правую руку. Вон он. Ребят, засели. Эта штука называется марь. Вот с моря сюда наливает, и на этом растет трава. И вот в этом мы застряли, ребят, на болоте. Ребят, я получил задание. Мне нужно привязать вот этот трос вон к тому дереву. Тут метров, наверное, 100. Видите, куда? А мы безнадежно застряли. Готово! Ну что, икорке захотелось красной тебе, да, Леша? Ну-ка, посмотри, как это работает. Сейчас будем цепляться. Блин, троса не хватило, ребят, надо еще. А рядом залив счастья, ребята. Счастье где-то рядом. Ребят, ну вы понимаете, у нас хватило, нам надо чем-то зацепить. Вот сколько труда стоит, чтобы добыть эту самую дикую рыбу для вас, друзья, чтобы на вашем столе была эта рыбка. Пошла, лебедочка, пошла, пошла, пошла. Взялась. Ребят, пошла потихонечку, потому что рядом залив счастья. Вот как они здесь ездят, я не понимаю. Ну, сейчас мы увидим, как они ездят. Вот так они ездят. Но пока деревья рядом не кончатся, будем ехать, а дальше непонятно. Привет, друзья! Привет вам, уважаемые зрители программы «Диктор делает». Гастроприключения продолжаются. Стоит отдельно сказать о месте, вот где мы находимся. Наша геолокация очень интересная. Это самый край нашей страны. Мы находимся на востоке России. Вот сейчас я стою на острове Чкаловский, а позади меня Петровская коса, так называемая. Сегодня туманы и далеко не видно, но я думаю, что берег вам виден. Буквально вот недалеко здесь Охотское море, Япония, Сахалин. Вот все это прям вот очень близко, хотя скрыто сегодня туманами. Ребят, разминочный заброс получился не совсем удачный. По меркам Дальнего Востока это очень мало, но что-то есть. А ребята там сейчас разбирают эту рыбу, и, похоже, самки есть, ребят. Ну, вот несколько. Как понять, что это самка? Это самец. Нос. Так. Горбом. Клюв. А, вот он, горбик. Конечно, такой, да? Да, да, да. И как бы видите, вот он... да, вот он, горбик, ага. Так. Вот. Самочка у нас ровная, плавная. И горбика этого нет, да? Нету. Ну, можем посмотреть. А сейчас посмотрим. Можем посмотреть. Ну-ка, покажи, покажи. Вот сейчас мы все научимся отличать самку от самца у горбуши. А, слушай, правда. Смотрите, ребята, видите? Делаем. Вот горбик, а здесь горбика нету. Это самка, да? Да, это самка. И пузатая она, пузатая, да? Да. Друзья, икра, значит, будет сегодня. А вот что с икрой-то делаете? Вот это самое интересное. Ну, конечно, едим. А как едите?
Ну, быстро готовить? Пятиминуточку. Пятиминуточку. Да. Просто соль и край, все, да? Да, да, да. Даже без тузлука другой раз по-сухому посолили. Какие правильные ребята сегодня попались в этой команде. Ребят, ну вы сейчас увидите одну очень необычную вещь. Я нахожусь в лодке. И рядом со мной рыбак Вадим. Вадим сегодня нас научит одной хитрой штуковине. Ускоренной посолки. Чтобы не делать тузлук, мы делаем сухого посола. А что такое тузлук? Ну, тузлук мы его варим. Чтобы солить все понятно. Икру. А здесь сухого посола быстро. Ну, вы поняли, да? Мы сейчас будем солить икру. Ту самую икру из этих самочек, которые вот мы нашли. А вот у нас такой импровизированный стол. Это прям в лодке. Прям здесь, в кунгасе. Итак, это у нас самочки, да? Самочки, да. Самочки. И в них икра. В них икра. Грохотать. А вот это что такое? Через грохоточку. Грохоточка? Корешковая дель. Она стоит на неводах для ловли корешки. Как раз подходит идеально для китовой икры. Ну, через нее можно горбашовую. Это от размера зависит, да? Да, от размера ячейки. Ребята, получается, вот на Дальнем Востоке незаменимая штуковина. Вот без нее вот никуда, слушайте, а? Начнем проверочку. Поехали. Ну, я надеюсь, это не мальчик. Нет, это самочка. Самочка, да? Конечно. Ребята, вот. Смотрите, вот она, красавица. Главное у нас. Ой, хороша. А сколько примерно с одной рыбины грамм? Все зависит от того, что если она ближе к нересту, тем крупнее икра. Ну вот, я не знаю, сколько здесь. Грамм 100, наверное, есть. То есть, если говорят, что икра мелкая, знаете, я люблю мелкую икру, это ничего не означает, да? Это просто она далеко от нереста была. Да. То есть, мелкая икра, это не то чтобы хорошо, да? Мы на Дальнем Востоке, как бы, горбашовую икру сильно не любим. Да это ничего сорная. Себе. Вы представляете, ребята, а? И горбуша такая же, она сухая, она мне нравится. В основном мы кушаем киту, китовую, и икру киты, она покрупнее. Почему залив назван заливом счастья? Ну, заливом счастья не знаю, почему назван. Наверное, потому что действенная природа, много рыбы здесь, селедка. Не рестится. И селедки есть? И корюшка, не говоря уже о Калуге, там, всех остальных видах рыбы. Все лето – это вот наше место, наш участок. На лето приезжаем, здесь рыбачим. Сначала ледка, потом осенка. Можем разделать вот так вот. Ух ты, сверху. Да. И еще один метод разделки. Все по-разному. Но сверху, наверное, когда ты хочешь использовать и мясо еще, и да? Конечно. Похож на самца чуть-чуть. Но это самка просто злая. Злая? Да. Ну да, агрессивная. Ребят, ну какая красота, слушайте, а? Почему я удивляюсь? Ну, потому что, ну, я тысячи раз видел, как вот разделывают рыбу. Знаешь, как достают икру? Ну, посмотрите, что вокруг меня. Я нахожусь здесь. Вот оно, море Охотское, да? Вот она, Петровская коса, вот он, остров Чкалово. И Вадим здесь прям вот эту рыбу, которую только что поймали, он ее вскрывает прямо при мне. И вот она, икра. Интересно. То есть прям вот рыбаки так и делают, да? То есть вы себя балуете этой икрой частенько, нет? Горбушевую редко. Так, с охотки. В начале сезона поедим. Китовую в начале сезона поедим и как бы все. Прям получим ее здесь за бортом, да? В соленой воде. Ух ты, здорово как, а? То есть промывается пока, но не снимаются вот эти фиброзные пленочки, да? От лишних остатков. Просто очень многие из наших телезрителей, ну, наверное, включая меня, думают, что вот в банке консервной купил в магазине. А как она туда попала, никто ведь не знает, да? А вот она так и попадает. Вот где-то вручную, где-то механически, где-то на специальных линиях икра попадает на наш стол. А здесь параллельно кипит работа, продолжается рыбалка, а у нас тут гастропроцесс. Попробуем. Так, вот это называется грохотать, да? Грохотать, да. А почему грохотать? Тут грохотать будет что-то? А, вот такая история. И пленка остается снаружи. Да. А нет ли риска повредить вот эти маленькие горошины? Процессы, да, повреждения. Идет, да? Да, в любом механическом вопросе. Но все равно их больше выдавится внутрь. Конечно, правда? Процентов 20-30 повреждается, смотря от времени вскрытия и хранения на воздухе икры. Слушайте, ну наша рыба, она практически свежая, она не да, хранилась. Поэтому да? У нас, как бы, видите, сейчас ну, увидите. Да. Удивительно. Почему икра дороже, чем сама рыба? Вот из-за чего? Это все равно, что яйцо бы стоило дороже курицы. Вот почему я спрашиваю. Секрет алчности человеческой. Так это просто такой же продукт. Как бы, конечно, она полезнее, она может быть вкуснее, но она, конечно, не стоит тех денег, сколько она стоит. Ребята, вот такое есть мнение, понимаете? Переплачиваем за эту икру. И теперь так промываем, прямо здесь, еще в море. Раз почищу водой. Это называется обед рыбаков. Секундочку, подождите еще чуть-чуть. Сейчас все попробуем. Промывается тоже водой морской, да? Да. И она же и просаливается, получается, немножко? Нет. Нет, да? Нет. Убираются народные включения разные. И лишнее сливается. Так щедро достаточно. Ребята, Вадим достал перчатки. Здесь какая-то хитрость. Ну вот, для лучшей промывки икры
от крови и всего остального. Лучше, конечно, использовать белые перчатки, но у нас их нету. Новые, чистые перчатки, сухие. Теплые. Да. Так. И мы как бы... А как связаны вот перчатки? На них прилипает все волокна. Да. И икра как бы очищается. Так интересно. Ребята, если кто-то из вас будет сам солить икру, много икры, ну, вдруг у кого-то будет, кто не живет на Дальнем Востоке, конечно, да, то возьмите перчатки. Солим экстрой, потому что она мелкая. Мелкая нужна. Солим на глаз. Я на глаз. А можно пересолить? Нет, можно передержать. Тогда она пересолится. А, тогда она больше, будет, да, жестко соленая, да? Все, сейчас она будет 5 минут у нас просаливаться. В ход вступает марли. Ну, марли не было, но у нас такой, видите, походный вариант. Это штора какая-то? Тюль, да? Тюль, да? Тюль. Прекрасно. Тоже подходит? Чистая, нормальная. А почему нет, конечно? Конечно. Это будет стечка у нас. Так. Накрываем наш сосудик и выливаем икру сюда. Ну, а как же иначе? Теперь Александр сейчас у нас завяжет. А, нужно подвязывать, да? Да, для стечки, чтоб стекла. Еще одна важная деталь. Пару раз нужно окунуть в воду, чтобы эта соль лучше и вышла лишняя, и икра лучше просолилась. Ага. Ребята, запоминайте, если будет под рукой море, тоже сделайте так. И вешаем. И вешаем, да? Ну хорошо, море у вас под рукой нет, но шторы-то, тюль у вас ведь точно есть. Ждем час-два. Чем лучше стечет, тем она будет по суше, будет получше. Ребята, ждем час 5 минут. Ну, такой оксюморон. Сейчас мы ее прокатаем, да. Срежем веревочки и прокатаем. Прокатать еще нужно ее. Держим строй. Смотрите, смотрите, вот она, вот она. Ничего себе, это называется прокатывать. Да. Чтобы ушла влага, да? Да нет, какие-то остатки серна, они вон прилипают, вот она, грязь косерна, остается. Классный колобок. Так. Вот она, красавица. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, ну вот чудеса случаются, вы понимаете? Вот, вот она получена. Осталось только ее попробовать теперь. Друзья, ну вы должны теперь понять, что означает словосочетание «обед рыбака». Понимаете, да, вот пятиминутка. Вот как выглядит эта самая пятиминутка. Вот хочется ее попробовать и поделиться с вами ощущениями. Ребят, я много разной икры пробовал в своей жизни. И я вам скажу, что вот той, которая была выловлена прям вот мгновенно, прям здесь, я еще не пробовал. Это взрыв каких-то вкусов у тебя в голове. Это свежее. Я не знаю, это... Я был на той стороне, в Японии. Я пробовал икру даже не соленую. Это совсем другое. Это в 100 раз вкуснее, ребята. Вы теперь все видели своими глазами, как здесь едят и готовят на Дальнем Востоке. Хотя это просто рыбаки, которые вот так вот обедают. Конечно же, повторить вы, наверное, не сможете, потому что, как минимум, вам нужно, ну, рыба, море, очень много условий, которые нужно повторить. Но если вдруг у вас появится шансик попасть на Дальний Восток и попробовать все это, считайте себя счастливым человеком. Спасибо, что были со мной, друзья. Гастро, приключения продолжаются. Пока, ребята. Пока. Невероятно.